Сальгак – небольшая антилопа, длиной тела до 150 см, высотой до 80 см и весом 23-40 кг. Телосложение у нее легкое, но несколько неуклюжее, удлиненное тело, тонкие, сравнительно короткие, но сильные ноги. Особенно своеобразный облик сагаку придает большая горбоносая голова с мягким подвижным хоботком, нависающим над ртом. Эта горбоносость возникает из-за чрезвычайного увеличения носовых полостей, в которых согревается холодный воздух, вдыхаемый сагаками во время быстрого бега зимой. Густой длинный мех, который отрастает к зиме, защищает сагаков от свирепых буранов, а волосы, покрывающие их морду, как у северных оленей, предохраняют от охлаждения нос. Рога у сагаков есть только у самцов, они расположены на голове почти вертикально, лирообразной формы и желтовато-белого цвета.